Большинство детей рождается случайно. Но не я. Меня зачали в пробирке, чтобы спасти жизнь моей сестре. Растить больного ребенка – это непрекращающийся труд. Конечно, мы могли наслаждаться и обычными радостями семейной жизни. Тихий дом, хорошие дети. Эй, давай нашу шутку. Шутку? Детка, ты кто по зодиаку? Рак? Ты больна раком? Нет, это лейкемия. Но ты все равно рак. Но под внешним благополучием скрываются раны, которые угрожают самому существованию нашей семьи. Фильм по роману Джоди Пиклд. Ну надо же, это правда вы. Я Кэмпбелл Александр. Что я могу для вас сделать? Ты видел меня в рекламе? Потому я и пришла. У моей сестры почечная недостаточность. Ты должна отдать ей почку? Я хочу отсудить у родителей права на мое тело. Ты не могла бы это повторить? Что происходит? Анна, ты с нами судишься? Я больше не хочу этого, мама. Это мое тело. Я хочу сама решать, что мне с ним делать. Наверное, мы были виноваты уже в том, что решили искусственно создать ребенка. Но она этого не хочет, и что теперь? Мы пошли против природы и заставляли ее помогать сестре. Я Тейлор. Может, мы сходим куда-нибудь? Давай. Я готова к тому, что болезнь убьет меня, но она убивает мою семью. Почему она не в больнице? Мы едем на пляж. Отвезти ее туда все равно, что убить. Она умрет. Ты едешь с нами, а если нет, мы разводимся. Но почему-то... Брайан! То, что разделяло нас... Анна больше этого не хочет. Я тебе не верю. Ты что-то скрываешь, Анна? Да, скажи ей. Сумела нас объединить, чего мы даже не могли представить. От режиссера фильма «Дневник памяти». Я красивая, папа. Да. Я не переживу ее смерти, не смогу. Ты должна верить, что никогда не сдашься. Но рано или поздно тебе придется ее отпустить. Все будет хорошо. Прости, что не защитила тебя. Я тебя не оставлю. Мой ангел-хранитель. Скоро на экранах.